Дорогие друзья, всем огромный привет! И сегодня мы начинаем заключительный, последний ремонтный влог «Создаем уют». Нам пришла доставка. Справа вы видите, к нам приехала доставка кухни. Сейчас мы вместе с Пашей собираем ящик под раковину. И вот непосредственно уже устанавливают нам кухню. Собрали кухню нам за 3 дня. Это было связано с некоторыми сложностями. Если вам интересно, что это были за сложности, пишите в комментарии, я вам на все отвечу. Последний день сборки кухни мы попросили мастера собрать нам каркас шкафа при входе. Это гардеробный опак длиной 2,75. В этот же вечер мы попрощались с нашими рабочими. Вы сейчас их можете видеть в кадре. Ладно, пока. Спасибо большое вам. Вам тоже. Всего пока. И сами приступили к сборке шкафа в нашей спальне. Собирать на самом деле нам все помогал Пашин папа. Полностью собрал шкаф в спальне. Собрал внутренности шкафа в прихожей. А сейчас я займусь тем, что буду убирать картон на кухне. Со сборкой уже закончили, я убираю остатки от картона. Все нижние ящики я уже пропылесосила. Хочу разобраться со всеми документами от техники, все читаю, складываю в один ящик. В этот же вечер мы повесили нашу красотку, нашу люстру, которая будет висеть над обеденной зоной. И снова я вымываю наш балкон. Слушайте, если у кого-то есть какое-то средство, либо кто-то знает, чем отмыть штукатурку, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Всем привет, дорогие друзья! Давно с вами не виделись. Я думаю, что это последний ремонтный влог, который вы сейчас смотрите. Мы сейчас обустраиваем квартиру до конца. С рабочими со всеми попрощались, рассчитались. Теперь мы вымываем квартиру, убираем коробки. Сейчас я вам покажу, как и что у нас выглядит. Наконец-таки все доделали. Начну показывать вам с балкона. Балкон нам покрасили в белый цвет. Такой вот цвет у нас на балконе. Красивый. Окна все отмыли. Такая вот теперь красота. Ту стену будем клеить пробкой, но это уже сами по весне. Так, зал.
Здесь у нас уже натяжной потолок. Все готово. Карниз висит. Люстрочка. Тут у нас светодиодная лента. Обои, плинтуса, пол. Все лежит, но пока все в картоне. Сегодня мы с вами будем все это убирать. Здесь уже стоит гардероб ПАКС. Сегодня также мы поставим дверки от этого гардероба. Переместились на кухню. Вчера только повесили буквально вот эту вот люстрочку красивую. Над обеденным столом она будет висеть. Вот. Установили нам кухню. Сейчас полный раскардаш, конечно, но уже получше. Сейчас будем все с вами мыть, раскладывать по местам. Вот так вот все это выглядит. Дверь у нас такая высокая, 2,30. Здесь двери ванны в туалет. Все грязно, но все поправимо. И дверки тоже будем красить. Так, начать я хочу с кухни. Сейчас будем все вымывать, вычищать. Блин, так непривычно, так все красиво, наконец-таки. Я очень рада, счастлива, не передать словами. Желаю вам приятного просмотра. Сейчас я приступаю к уборке кухни, начинаю сверху вниз. Сначала протираю все плоскости шкафчика внутри. Дверцы изнутри и снаружи. На самом деле кухня очень-очень-очень пыльная, грязная. Очень много стружки, опилок, потому что производились работы по выпилу некоторых частей. Вот, и я как раз-таки это все убираю. Плюс все-таки хочется как-то продукты и посуду загружать в идеально чистые ящики. Так скажем, начинать все с чистоты. Поэтому все аккуратненько и хорошенечко протираю. Также протираю все нижние шкафчики от пыли. Отрываю проект кухни от стены. По этому проекту работал наш сборщик. Плитку это отмыть было какое-то испытание. Хочу вам показать, в каком состоянии у нас все двери. И я, конечно же, буду сегодня с вами вместе все отмывать. Также мою пол. Арка в зал, дверь в спальню и дверь в детскую комнату. Без внимания также не обошлась плитка в санузлах. Я отмывала полностью все стены. Делаю первый запуск стиральной машины.
Всем большой привет! Вещаю вам уже из нашей квартирки. Поставили вот такой вот нам шкаф вчера. Сегодня мы ездили за вещами к моему папе на дачу. Все привезли. Сейчас я распаковываю, стараюсь распаковать хоть что-то, потому что сил нет уже, честно говоря, на все. Но это приятные хлопоты, и я надеюсь, вы будете рады разделить эти моменты вместе со мной. Поехали! Вот, в принципе, и все наши вещи. Это большая комната, вот диванчик стоит, вот матрас, сушилка. Это все, все, с чем мы жили полгода. Пять коробок. Здесь мы купили шторы в Икее, будем вешать с вами скоро. И вот это вот, в принципе, все наше шматье, елка, микроволновка. Вот, кстати, если кому-то нужна микроволновка, мы ее будем продавать. Покупали мы ее за 10 тысяч, готовы отдать за 8 отдадим хорошие руки. Потому что она у нас чистенькая, новенькая, очень классная. В общем, кому, кто заинтересовался, пишите в комментарии. Вот, короче, здесь, я думаю, вы поняли, здесь много вещей. Вот, я беру сейчас все коробки, которые мне нужны, и разбираю первым делом кухню. Более-менее закончила. Сейчас перехожу в шкаф, буду разбирать, вешать, что-то складывать. Берите воду, заряжайтесь мотивацией, давайте вместе организовывать наши шкафы. Поехали! Сначала я достаю вещи на вешалках, да, они мятые, но я думаю, со временем я все переглажу, а пока все развешиваю. В этот же вечер к нам приехал стол со стульями, точнее не приехал, а привез Паша со склада. И вот мы его уже собираем. Стол очень тяжелый, так как он выполнен из массива. Мы его поставили, он вот так вот раздвигается. Круглый стол имеет диаметр 95 сантиметров, а когда он в раздвинутом состоянии, он 95 на 126 сантиметров. Сегодня уже следующий день. Сейчас буквально недавно нам привезли кровать. Уже установили. И мы вешаем шторы. Сейчас я вам все покажу. Пойдемте в комнату. Та-дам! Такая вот кровать. Специально такой накидной плед. И шторы прям подходят в тон. Шторы немного насыщеннее, но выглядит отпад. Пишите в комментариях, нравится вам. Всем очередной привет из нового дня. Итак, что у нас сделано на сегодняшний момент? Вот мы в прихожей. Остался картон только здесь.
Дальше идем. На кухне очень красиво, подробно покажу потом. Итак, зал-то мы разобрали от коробок, но теперь у нас склад в детской комнате. Это все мы отвезем на дачу к папе. А это ждет своего часа, когда появится шкаф в этой комнате, и мы будем все туда аккуратненько складывать. Ревизию огромную произвели. Очень много выкинули. Итак, проходим в нашу спальню. Здесь тоже долго останавливаться не буду, потом все подробненько покажу. Вот так она сейчас выглядит. Итак, хочу сегодня навести порядок в коридоре, убрать весь картон, чтобы все было прилично, красиво. И в зале нужно собрать белье, закинуть стирку новую, погладить шторы, помыть все, отмыть и начать монтировать влог, потому что наконец-то, сейчас я вам покажу. У меня появился компьютер рабочий, нормальный. Буду сидеть и монтировать заново одно видео для вас. Я пропала с канала, не знаю, насколько... Как скоро выйдет вот это видео, но то видео, которое я хотела выложить 2 недели назад, я монтировала месяц назад. И мой ноутбук... отказался работать напрочь, сохранять это видео, хотя проект уже готовый, я на него потратила более 3 дней. Вот, но, знаете ли, что не делается, все к лучшему. Будет у меня тяжелая трудовая неделя перед Новым годом. Постараюсь все выпустить. Всех с наступающим и поехали убираться. Эта картонка у нас пока останется, так как на ней находится паркет, который нам еще может пригодиться в чрезвычайной ситуации, которая, я надеюсь, не возникнет. Но на всякий случай мы ее оставляем и увезем на дачу. Поэтому я ее загинаю, чтобы не было визуального шума, и я думаю, на первое время так сойдет. Монтирую уже заключительный, последний, 5-й ремонтный блок. И я думаю, что именно эта часть, именно развешивание штор, уют, это и будет заключительным фрагментом этого видео. Если вам понравилась серия моих ремонтных видео, напишите обязательно в комментарии. Мне будет очень приятно почитать. Ну или если вы не хотите писать в комментарии, можете написать мне в личные сообщения. Я начинаю гладить, а вы смотрите. Итак, друзья мои, дела делами, а ужин делать надо. Я сейчас делаю ужин, уже повесила тюль и одну штору. Я хочу сказать, что эти шторы отвратные по качеству, в плане того, что они мнутся просто на раз-два. Я замучилась их гладить, но результат меня радует. Чисто визуально выглядит красиво, но стоит... чуть-чуть подвинуть не так, замять, и здравствуйте, мятое вот это вот пятнышко посреди шторы в самом видном месте у вас будет 100%. Покажу сейчас как раз-таки, что это за шторы, и покажу предварительный результат. Вот что у меня получилось. Сейчас включу основной свет, чтобы было понятно.
Вот такая вот она. На камере она какая-то даже зеленая. На самом деле она такая желто-горчичная, очень красивая. Вот так вот. Гладила я ее, не знаю сколько времени, но ни черта она не отгладилась. Тут у меня полный раскардаш. Убрала телевизор, чтобы можно было погладить. Здесь у меня плед. Тут я собирала крепление для того, чтобы вешать шторы. Здесь валяется тюль. Я хочу повесить как раз таки в зал и погладить сегодня зеленые занавески и тоже их повесить, чтобы уже в зале было более уютно, потому что эта стена, конечно, все нормально, все ухожено, но из-за того, что сейчас трубы горячие, мы не можем их покрасить, они не покрашены и, ну, выглядит как бы не самым лучшим образом, вот так вот. Вот, поэтому хочется, конечно, это все закрыть и повесить шторки. Так, сейчас приготовлю ужин и буду монтировать для вас видео. Это 5-й конечный ремонтный влог. Надеюсь, вы его посмотрели, поставили лайк, подписались на мой канал и обязательно оставили комментарий. Ведь мне очень приятно, я очень стараюсь для вас. Ну и, в принципе, это для себя, для истории.